Всем привет, с вами канал Артмания, и сегодня мы вам покажем, чем мы занимаемся у мамы дома. Сейчас мы находимся у нее, потому что... Что ты мне принес? Мусор принес мне. Потому что у нас дома идет ремонт полным ходом, на кухне ремонт, уже отодрали плитку. Вот, уже плитку прям содрали за сутки где-то, довольно быстро. Вот. И там осталось выравнивать сейчас стены, клеят обои. Ну, мы, наверное, с вами завтра пойдем и все посмотрим, что там происходит, что там, как там. Да. Да. Какие песни у Димы. Ты будешь петь, да, Дим? Ты петь будешь? Давай, спой. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Да, Диме тут свобода. Давай еще, что ты там? Диме тут свобода, он спокойно может бегать. Давай, что ты там нашел? Дома у нас все-таки как-то ремонт. Это много вещей, всяких инструментов. И отпускаем его только в его комнате, иногда там в моей. Вот. То есть, ну, следим за ним. То тут уже особо можно не следить, потому что тут вот довольно нет ничего такого. Ну, что ты мне все приносишь? Мусор приносишь всякий, да? На полу вроде полы чистые, а что ты лежит? Сейчас ты упадешь. Сейчас ты упадешь, Дима. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну давай пой, что ты закончил. Ой, ой, сейчас шлепнешься. Ой, любимый ежик, а батюшка. Бедный ежик. Откинул ты его. Наш ангелочек сейчас спит. А время уже 6 часов. Сейчас нужно его разбудить. Наверное, кстати, ему дам допить его йогурт. Надо йогурт ему допить. И сейчас мы вместе с вами пойдем его будить. Вот. Сейчас я камеру переключу. Вот у нас время уже 6 доходит. А, все-таки мы уже, мы стали, кстати, с ним ложиться спать в 9 вечера. То есть еще 3 часа им надо будет чем-то позаниматься. Смотри, что я тебе принесла. Давай. Ты мой сладкий. Ты сладкий малыш мой. Спал, малыш. Малыш спал тут, да? Ножки еще спят тоже, да? Да, спал. Ай, как вкусно. Да, сейчас будешь делами заниматься. У тебя ведь столько дел на самом деле. Очень много дел у малыша моего, да? Много дел.
Надо все проверить, надо все посмотреть, все ли лежит на месте. Да, Дима? Ты еще не проснулся. Это ты еще не проснулся, да? Да, зайчик? Все, все? Нет, давай, допивай. Клади обратно в ротик. Клади, клади. Допей ее. Допей. Что ты, ноги уже дела начинают заниматься. В ротик клади обратно. Ее допить надо. Клади, клади, давай. Давай, давай, клади. Дима. Ам? Ам? Когда Дима был маленький, его папа кормил ночью, в 3 часа ночи приходил. И чтобы Дима хорошо кушал, он ему всегда делал так. Да? Ну, кушай, кушай, что ты ее? Кушай. Не хочешь? Ну, ты чего? Сейчас будем с тобой ее с хлебушком тогда доедать. С хлебом будешь кушать? Дима, ты спишь еще, что ли? М? Ты еще спишь? Давай, бери ее. Клади обратно в рот. Вот, молодец какой. Давай, давай, давай. Обратно. Обратно в рот клади. Остался там чуток совсем. Тарелку только сейчас будем пачкать. Давай. Это не игрушка. Ты что там, колдуешь, что ли? Клади в рот, Дима. Ну, клади, клади. Ну, давай. А, мы все. Просыпайся. Ну. Чего там у тебя? Ам? Ну давай, давай, ам? Убегай, 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 убегай. Целуй маму, целуй, целуй маму. Ой, ты как хорошо. Беги. Молодец. Иди.
нравится, да? Да, Дима большой, Дима большой. Да, большой. И какой большой Дима? А маленький? И маленький Дима. Какой Дима маленький? Маленький, да? Да? Ну что ты к этим? Эй, там не облизывай, смотри. Ой-ой-ой, Дима! Не трогай их. Да, всего. Мишка. Мишка к Диме хочет. Диме. Ой, целуй, целуй, Мишка. Ой, какая у вас любовь. Ой, любовь какая, Дима. А? Пойдем проверим что-нибудь. Смотри. Тут бутылки. Ты в прошлый раз бутылки проверял. Бутылки будешь проверять, Дим? Вон они, бутылки. Будешь их проверять? Давай, садись, проверяй. Вот, они, смотри, две одинаковые. Ага. Смотрим, смотрим. Так. Давай, я сейчас свет тут включу. О, чтобы тебе было видно. Проверяй, проверяй, Дима. Бутылки проверяй. Проверяй дальше. Все? Ты их проверил? Пойдем дальше? Ну, в туалет мы с тобой не пойдем. Так, на кухне у нас там одна только бутылка. Что ты еще тут проверял? А сандалии на месте, Дима? Обувь твоя на месте? Смотри, тут твоя обувь лежит. Дима, куда ты понесся? Сейчас ты туда коляски понесешься, да? Дима, не надо туда. Не надо, там темно. Все, темно тут. Фу, бабайка тут. Фу. Идем. Идем туда. Что проверяем дальше? А, попить ты хочешь, наверное, да? Давай попьем с тобой. Как маленький олененок пьет. Все? Давай еще. Тебе нравится компотик? С вишенкой? И малинкой, наверное. Там. А, нет, яблоко и вишня. Яблоко и вишня, да. Да. Что будешь делать дальше? Все разбросано. Убраться бы надо, Дима. Угу. Бутылками все в порядке, да? Ну смотри, тут домик надо нам с тобой построить, наверное. Ай, мамочка. А ежик? Ты с ежиком как ты вчера с ежиком обнимался? Ёжик. Ты ёжика любишь? Ёжик. Какой ёжик у Димы. Ой, какой ёжик. А какой носик. Дима прям с детства этот носик обожает. Что это там, трубочка у тебя? Какой ёжик. Пача-пача-пача-пача. Пача-пача-пача-пача-пача. Пача-пача-пача-пача-пача-пача. Где ты там, господи? Пача-пача-пача-пача. Пача-пача-пача-пача. Дима, 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 я тебя люблю. Дима, люблю, люблю тебя. Люблю, люблю, люблю тебя. Какой ежик, а, батюшки. Убегает от тебя ежик, да? Как ты целуешь ежика? Покажи всем. Как ты с ежиком целуешься? Ну? Муа! Муа! Да. Ты любишь ежика, да? Ой, как ногами ежик. Ой!
Ты пол шуры вытираешь, тебе тряпку уже пора давать, да? Хозяйственный будет, а? Дима будет у меня хозяйственный. Маме помогать будет, Дима, да? Да? Ай, бедный ежик, зачем ты его бросил? Ай, что мою ногу обнаружил, да? Какие песни? Оли-ли-ли-ли-ли-ля. Лёли-лёли-лёли. Ну. О, нет, тебя тянет она прям. Ага, манит прям. Баба. Баба, где баба? Где у нас с тобой баба? Ушла по делам и пропала, да? И где она только ходит, скажи? Ну, и что там из мешка вываливается? Игрушки твои. Ой, бедный ежик. Он плачет. Плачет ежик. Пожалей ежика. И Мишка тут плачет. Всех побросал. Им же больно, Дима. Им больно. Бубо. Тебе больно, им больно. Пожалей ежика, Дима. Бубо, да, бубо. Бубо. Да? Ай-яй-яй, бедный ежик. Проверяй. Ну, смотри. Видишь, пена есть. Пена, видишь? Видишь? Посмотри ее. А вот тут нету. Что-то не так, да? Смотри на нее. Не трогай ты ее, не надо ее ронять. И эту не надо ронять. Дима! Иди тогда, давай, идем. Ногой зажимай, да. Музыка его прям завлекает.
Дима там делает. У Димы столько дел. У него очень-очень много дел здесь у мамы. Надо перебрать одеяло. Покрывало, вернее, да? Его обязательно надо перебрать. Понюхать. Разобрать, перебрать, да? Ой, какое одеяло. Покрывало, вернее. На барашка похоже, да? Ой, кто меня щекотит там? Да, ай, сейчас ты там шлепнешься, Дима. Ай-яй-яй. Носок. Да, носок одевается на ножку. Правильно, молодец. Одевай носочек. Как одевается он? Ты же знаешь? Ты же знаешь, как одевается он? Да, вот сюда вот. Тот надо снять. Да, снимай. Снимай. Вот, молодец. А другой одеть надо, да? Нет, ты хочешь оба снять? Они все вместе должны быть, да? Ой, ты никак он. Да что такое? Ой, ты как мы снимаем все. Что ж такое? О, снял. И что, ты без носок будешь ходить? Давай. Молодец. Второй давай. Давай носок второй. Вот, молодец. Умничка. Ой, не падай. Что, теперь заберешь? Ну, на, забирай. Куда ты их понесешь? Ты их стирать пошел? Да? Ай, без носков пошел. Там грязно, фу. А какой Дима большой? Дима, какой у нас большой? Покажешь? Вот, спасибо, спасибо. Опять забираешь, да? Опять забираешь. Все, спасибо сказала, я могу забрать. Скажи, мне было важно спасибо услышать. Да. Ай-яй-яй. Все, все побросал. Неси, я тебе их одену, идем. Неси носочки, Дим. Дима, носочки неси. У мамы как светло, хорошо. Ой, надеюсь, в моей комнате тоже будет скоро ремонт. Хотя я не знаю, когда он будет. В следующем году, наверное. А, на ногу у меня кто наступил. Что ты мне мусор приносишь? Тоже хочу такую комнатку. Да. Все, ты маме там на коленку кладешь. Дело.